25 января – главный праздник российского студенчества. В Центральном парке Люберец, где собралась самая энергичная, спортивная и инициативная молодежь округа, подготовили большую праздничную программу. Ребята, будьте активны, старайтесь учиться хорошо, получайте свою профессию. И, конечно же, мы всегда призываем, я всегда говорю о том, что вы применяйте потом свои знания на территории нашего городского округа. Но если не сложится на территории нашего, но точно на территории Московской области. Всем здоровья, позитива, хорошего настроения, ну и с праздником! В Люберцах сегодня праздник у всех 15 тысяч студентов, которые обучаются в высших и средних профессиональных учебных заведениях округа. Самые активные сегодня участвовали в спортивно-интеллектуальном квесте, проявили знания в краеведении и интеллектуальных конкурсах, прошли спортивные испытания. А вечером в Центральном парке прошла молодежная дискотека.